Добрый день, дорогие гости, дорогие друзья, дорогие земляки. Я хочу сказать, что передать большую благодарность своей. И мы благодарны очень, в первую очередь, городского округа, администрации городского округа Тольятти во главе Николая Альфредовича Рейнса. Хочу передать благодарность свою имя. Хотим сказать, что большое спасибо вам за оказание помощи в проведении нашего мероприятия. И в первую очередь хочу вручать благодарственное письмо Щекиной Ирине Павловне, представитель городского округа города Тольятти, за личный вклад по сохранению межнационального мира и согласия, укрепление дружбы народов Самарской области и поддержку традиционной таджикской культуры и нашей праздники. Спасибо вам большое, Ирина Павловна. Это вам. Это еще не все. Прямо из Таджикистана вам символичный подарок привезли. Хотим вручать вам и второй глава города Николая Альфредовича. Передадите обязательно. Большое вам спасибо за помощь. Аплодисменты. Благодарственное письмо выручается участнику специальной военной операции в составе добровольческого отряда Васильеву Юрию Николаевичу. Спасибо. Благодарственное письмо выручается председателю Единого совета национальной культурной общественной объединения города Тольятти Туркову Павлу Владимировичу. К сожалению, Турков ушел. Виктор Владимирович, вам предоставляется это благодарство. Это еще не все, не уходите. Благодарственное письмо выручается начальнику отдела по реализации государственной национальной политики городского округа Тольятти, Дом дружбы народов, Еремееву Владимиру Викторовичу. Благодарственное письмо выручается народному артисту Республики Таджикистан, который мы все любим и всегда ждем, Джалолову Хайридину Джалоловичу. Спасибо вам за помощь. Благодарственное письмо выручается заместителю председателя Таджикской культурной общественной организации «Родина по культуре и массовой работе» Шомирзаеву Манучеру Хушаджановичу. Также благодарственное письмо выручается руководителю танцевальной группы «Родина» Асеновой Рубия Абдусаламовне. Спасибо вам за помощь. Дорогие друзья, у нас концерт продолжается. Спасибо за то, что пришли. Спасибо тем, кто помогли нам, поддерживает. Спасибо тем общественно-национальным культурным представителям, которые пришли к нам за уважение. Мы всегда рады будем видеть вас. Спасибо большое, Шибата.